Всем привет. Так, поговорим про пилу. Пилу я первую забрал, диск я забрал, шина мне пришла. Сейчас повставляю фотографии и видео получения шины. Добила меня упаковка. Я как бы во всех этих видео по MS Tools думал, что у них подоконник, ну, с неликвида, там бракованный, они новые подоконники. Отправляются. И сроки мне очень понравились, но это все будет. Обзора пилы не будет, потому что их валом, если вести просто в ютубе погружная пила, в первых сразу видео про Makita. Так что смысла нет, будет она уже в работе. Сейчас ставлю видео. Получил шину. Сейчас у нас вторник. 2 число, 7 вечера. Заказал я в понедельник. В 9 я им звонил. В час дня они мне уже отправили. Расстояние между нашими городами 800 километров. Все быстро, я доволен. А переложка, за переложку у них, по-моему, 500 рублей у них. Переложка. То есть два абсолютно новых подоконника в пленке. Вот такая вот. Это я уже вскрыл. Заново замотал. Ничего. И тут еще... И сразу они мне прислали. Вот. Извиняюсь, что перевернуто. Не хочу сейчас его переворачивать. Если что-то битое, ну он так, чуть-чуть они мне тут он, транспортное, но внутри все целое, открыл, посмотрел. Блин, ну я компанией доволен, реально. По таким срокам, так все быстро, оперативно, классно. Насчет погружной пилы, шины, заказал шину 1,20 м. Почему 1,20 м? И сразу с чехлом. В чехол две шины помещаются. Почему 1,20 м? У меня модули в основном в кухне фабричные идут. Модули 720, 920, 810 и 1010. Вот как раз мы под метровые модули, чтобы было это раз. Во-вторых, в дальнейшем думаю еще одну шину куда купить. 1,20 м, как раз 2,40 м будет. 2,40 м уже пенал и все. Я думаю, так с головой. Вот 1,20 м шина, она и компактнее. И двух штук 2,40 м хватит полностью. Потому что у Makita размеры, по-моему, сколько там метровая. Ее найти трудновато. И 1,40 м. Ну, как-то 1,40 м уже и в машину помещается так себе. А 1,20 м на заднее сиденье кладется и все. Так, что там дальше? Вчера у меня был один адрес. Шкаф угловой. Ой, я его снимать не стал. Ну, блин, контент был бы классный. Просмотров бы набрал бы. Очень хорошо. Ну, как-то я не стал. Приехал на адрес. Места в комнате толком нет. Под него. И сам заказчик, ну, даже не подвыпивший, в пьяном состоянии. Потерял документы какие-то. Я так понял, на мебель какие-то документы, деньги заплатить мне за сборку. Ходил, все обвинял, что это грузчики, ну, с доставки. Со мной рассчитаться, я об этом узнал, когда только каркас собрал. Толком мне собирать не давал. Все, телевизор мне пытался включить, показать. Онлайн-трансляции какие-то. Короче, такой был день. Вот я кусочек вставлю. Уже в конце, когда я чисто так, как мне сама заказчица, его жена скидывала. Ну, и она как бы... Я ей звонил по поводу сборки, все на ней было.
уже для себя кусочек заснял, чтобы было, что со шкафом все в порядке. Сейчас ставлю этот маленький фрагментик. Шкаф собран, дефектов никаких нет. Сейчас дайте я сниму. Так, приступим. Сегодня две сборочки. Ну, я с собой экшн-камеру не брал, буду так на телефон снимать, потому что первый адрес у нас будет дедушка, который по телефону. Ой, сложно мне было с ним общаться. Я понял, что камеру с собой брать смысла нет. Все-таки старость. Да, старость надо уважать. Этот я только так кусочками поснимаю, а второй адрес будет шкаф салона. Как многие там посчитали видео, что БУ мебель не собирает, я как бы тоже не собираю, но это салона, там хочешь не хочешь надо. Там бывает даже так, что она стоит уже подушатанная, ее нам на салоне там подмазывают, потом на адресе мне приходится как-то, ну что делать, если магазин не выручу, заказов мне с него не будет. Да, кстати, не подумайте, что там подмазать все это, мебель не убитая с магазина, с салона. Ну бывает там сколик, там в полочке, там при сборке оно, или это подмазывается, где-то не доследил, не посмотрел, потом при разборке, так как разбираю не я, разбирают другие люди, там нюансов бывает, хватает, их как-то надо устранить, сколики всегда есть, я имею в виду за это. ДСП, когда ставишь чуть-чуть, ну или аккуратно ставишь, с ним ничего, чуть-чуть небрежно поставил, уже сколики есть, я за это имею. За такие моменты. Ну что, уже включение с адресом. Приступаю к сборке шкафа, пенала и комода. Кстати, тапочки. Спрашивали в комментариях. Они на месте. Так, собрал корпуса пенала, комода и шкафа. Остается сейчас фасадная часть. Потом обедик и следующий адрес. Приехал на второй адрес. Шкафчик. Тапочки уже другие. Тесно сились. Приступаю. Почти накрутил задники. Он пятидверный. Теперь остается как-то этого мусора поднять. Поднял такой вот шкафчик. Собрал. Все доделал. Я не знаю, стоит открывать, нет. Тут у нас штанга с полками. В том то же самое. Здесь три ящика. Один как у кухни большой. И полочки. Никаких доводчиков, ничего здесь нет.